В Шымкенте детям на домашнем обучении повысили ежемесячные выплаты. Речь идет о возмещении затрат на канцелярские товары. Если ранее ежемесячно детям с инвалидностью, получающим школьное образование на дому, выделяли выплаты в размере 1 МРП, теперь на школьные принадлежности учащимся на дому будут выделять по 3 МРП каждый месяц. Отметим, в Южном мегаполисе на домашнем обучении 776 детей с ограниченными возможностями. Теперь детям будут выделять канцтовары дополнительно. Если ранее размер выплат был в размере 1 МРП, теперь 3 МРП.